можно не только увидеть, но и жить в ней. Сделай свою жизнь ярче. Жилой комплекс «Радуга». Телефон отдела продаж 550029. Я тоже хочу жить в «Радуге». Здравствуйте, с прогнозом погоды вас знакомит Ольга Новикова. Мечтаете приобрести качественное жилье по доступной цене? Компания «Курган-Сельстрой» предлагает квартиру в жилом комплексе «Радуга» в 4-м микрорайоне Заозерного. Очередной дом сдается в июле 2014 года. Свою мечту осуществи. Квартиру в «Радуге» купи. Телефон отдела продаж 55-00-29. А теперь о прогнозе синоптиков. В среду Зауралье будет находиться в сфере влияния циклона, из-за чего ожидается повышенная концентрация облачности и вероятность осадков при умеренно теплом температурном режиме. В Тюмени плюс 22-24, кратковременный дождь. В Екатеринбурге и Челябинске 23-25, без существенных осадков. В Кургане облачно с прояснениями, местами возможен дождь. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 10-12. Днем в Кургане облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь. Ветер северный 4-9 метров в секунду. Температура воздуха плюс 22-24. Атмосферное давление будет меняться мало. 2 июля солнечная активность умеренная и магнитное поле неустойчивое. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго!